Чебоксарах молодой человек сорвался с крыши пятиэтажного дома, но остался жив. Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Чувашии, о несчастном случае заявили друзья молодого человека, которые вместе с ним до этого весело проводили время. Как следует из ее материала, в ходе застолья между молодыми людьми возникла ссора, в ходе которой парень вышел из квартиры в подъезд. Через некоторое время друзья нашли его на крыше этого же дома, сидящим на краю и свесившим ноги. Они попросили его встать и вернуться к ним, но тот при попытке подняться на крышу сорвался вниз. Несмотря на падение с такой высоты, молодой человек остался жив. С различными травмами он был незамедлительно госпитализирован и помещен в реанимацию, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится необходимые проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.